газ и 2,3, шутит Андрей Сидоров, начальник участка газовых смесей. Рабочий день лучше начинать именно так, непринужденно. Ведь труд не из легких. Взаимодействие и поддержка в коллективе очень важно, продолжает молодой руководитель. Это он для себя определил еще 4 года назад, когда только вступил в эту должность. Было изначально трудно привыкнуть, много общения с другим персоналом на заводе. Потом привык, влился, стал более легче. Сейчас уже как в своей тарелке. В работе всякое бывает, везде по-разному. Когда начал работать, было сложно, голова взрывалась. Сейчас уже легко, привык. За плечами Андрея работа грузчиком склада готовой продукции, аппаратчиком смешивания газа и все на родном московском газоперерабатывающем заводе, куда он пришел сразу после окончания политехнического колледжа. Порядочность – это культура, культура производства, исполнительность, требовательность к своим подчиненным, исполнение своих служебных обязанностей. У руководства практически нет к нему никаких больших и серьезных замечаний. Вообще он такой способный парень. Вот это я могу сказать. И так вот он потихонечку начинал осваивать одно, потом второе, потом третье. Трудности не боится. И поставленные задачи он тоже все выполняет. Вообще хочу сказать, что он молодец. Сейчас в подчинении у Андрея Сидорова 7 человек. Спокойный, уравновешенный, грамотный, конфликтный. Никогда не видел, чтобы он был раздражительным, говорит его подчиненный Александр Гусев. Уже как год с небольшим работаю. Мне очень нравится здесь. Андрей Михайлович меня обучил всему. Помогает в любые трудные моменты, когда у меня что-то не получается, он бросает всегда все свои дела и идет на помощь. Основные потребители газа в баллонах – строители и дачники, хотя есть и постоянные покупатели с более экзотическим родом занятий, например, воздухоплаватели тепловых аэростатов. Сейчас для Андрея, как для руководителя, важно двигаться дальше в своей профессии. Предприятие развивается, продукция меняется, приходится постоянно учиться и узнавать много нового. Но его это не пугает, ведь все самое интересное, считает молодой начальник, у него впереди. Наталья Буслаева, Евгений Петров, Анастасия Мурхонова, Видное ТВ.